Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nokia G20 сделать сброс настроек телефона до значений по умолчанию, то есть провести операцию Factory Reset. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем также желательно удаляем наши аккаунты Google перед тем, как ресетить телефон. Затем переходим в раздел «Система». Дополнительно сброс настроек, выбираем последнюю опцию «Удалить все данные». Удалить все данные еще раз, и затем еще раз. И после этого телефон будет перезапущен в течение пары минут, и затем все настройки будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!